Всем привет, с вами Ирина. В этом видео хочу показать вам вот такую вот уже компактненькую орхидеюшку, которая приходила нам от Швертера еще в предыдущем заказе. Я просто не успеваю, ребят, все физически вам каждое растение отдельно показывать. Вот, очень много сейчас всяких вопросов бегаем, решаем, поэтому, к сожалению, не все успеваю. Вот, вот такая вот компактненькая орхидеюшка, она очень красиво цветет. Вот растение небольшое по сравнению, вот рука для сравнения, чтобы вы видели, какой это размер имеет это растение. Вот, корней у нас достаточно много, все корешки классные, такой активный прям рост корней пошел. И вот, кстати, вот смотрю на эту орхидеюшку, вот растет такой корешок интересный. Это вот как недавно в группе ВКонтакте девушки тоже смеялись, веселились. А как одна девушка добавила фотографии, что же показывает моя орхидея и корешок прям из коры. Вот, так мне интересно, что же растет, что же показывает мне моя орхидеюшка. У меня, кстати, я вам скажу, пришла еще одна ванда, маленькая, молоденькая растение от Швертера. Ребят, посмотрите, какой она растит корень. Ну, это просто чудеса. Просто чудеса. И вот он растет вот такой вот прямой. Нет, чтобы расти куда-то вниз, вот растет такой прямой, большой. Он был вот такой вот поменьше, вот где-то до этого изгиба. И буквально вот за каких-то 2 недели мы вот так вот выросли. Вот такой вот большущий корень, боюсь себе представить, на что это похоже. Вот, так что вот такое вот растение. Так, сразу покажу вам уже, как она называется. Вот такая вот маленькая ванда, подросточек. И она пришла посаженная в горшочек. Я ее не пересаживаю, пока она у меня сидит в горшке. А там дальше мы будем смотреть, наблюдать. Пока что все хорошо, корешки растут. Ничего у нас не гниет. Корни зеленые. Я время от времени откапываю, рассматриваю. Но пока что все хорошо. Листик растим, корешок растим. Так что пока что у нас все отлично. Так что вот такие вот растения к нам приходят от Швертера. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока.